Ребята, я сейчас еду в аэропорт, так как мне нужно в Москву по работе. Вот, но я хотела с вами поделиться небольшим интервью, которым я сделала еще в июле месяце. Тогда я была чуток в депрессии, сама не своя и выглядела чуток не очень, но в нем я рассказала о себе, но интересное. Так что удачного просмотра вам.